Здравствуйте, дорогие подписчики! Так как до Нового года остались считанные дни, и я думаю, что многие начинают подготовку к этому замечательному празднику, сегодня я решила выяснить и рассказать вам, чем отличаются элитные шпроты от дешевых, стоит ли платить больше, есть ли в этом смысл. Ведь покупая консервы, мы не видим, что там внутри. Я взяла самые дешевые шпроты, у нас они стоят 47 рублей. И подороже, за 125 рублей. Были, конечно, и за 200, и за 300, но для начала давайте разберемся с этой ценовой категорией. Рассказываю сначала о дешевом продукте. В банке 150 грамм с обычной неприметной этикеткой. Производитель пишет, что в ней хамса, масло растительное, соль и ароматизатор коптильный. Если потрясти банку, то чувствуется, что в ней много жидкости, она булькает. Элитные шпроты идут массой 240 грамм. На ней красивая этикетка, внушает доверие на качество. В составе производитель указывает килька подкопченая, масло растительное и соль. При взбалтывании банки она абсолютно не шумит. Чувствуется, что рыбка плотно законсервирована. Ну что, давайте же открывать. И ну вот, смотрите сами. За 47 рублей в банке рыбу едва можно найти целую. Много рассола, она там просто утонула. Что нельзя сказать о шпротах с ценой повыше. Плотная, ровная рыбка. Прямо рыбка к рыбке. Крупная, ее видно всю невооруженным глазом, и рассола мало. Если вы все-таки приобрели шпроты подешевле, их, конечно же, также можно использовать для бутербродов. У меня вот, например, были вафельные заготовки, и я использовала их. Что могу сказать, делая вывод? 47 рублей или 125 рублей. Разница в два раза. Но здесь вы решаете сами, какую вам покупать, подешевле или подороже. Но теперь я знаю, и вы знаете, что лучше все-таки заплатить побольше и украсить свой стол красивыми, аппетитными бутербродиками. Кстати, на вкус они тоже отличаются. После шпрот, что подешевле, есть некое чувство неприятной отрыжки. У кого проблемы с желудком, такую рыбу я бы все-таки не советовала бы. А вот шпроты подороже, мягкие и очень даже вкусные. Ну вот и все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.